Сегодня в Харцизске день скорби. Ровно 3 года назад, 24 августа 2014 года, город подвергся массированному артобстрелу с использованием крупнокалиберной артиллерии, как ствольной, так и реактивной. Тогда погибли десятки мирных жителей. Их памяти был посвящен мемориальный митинг, который состоялся сегодня на центральной площади Харцизска. Сегодня в Харцизске вспоминали череду жутких событий, которые горожанам пришлось пережить в августе 2014-го. Особенно запомнился харцизянам День независимости по-украински. 3 года назад снаряды накрыли северо-восточную окраину города – Липовку и Черемушки. Несколько градов разорвалось в непосредственной близости от жилых многоэтажек. Во многих домах были выбиты оконные стекла, повреждены крыши. В результате пожара выгорели несколько квартир. Среди мирного населения – убитые и раненые, в том числе и дети. Сегодня мне хотелось бы принести искренние слова соболезнования семьям, которые потеряли своих родных и близких. Поверьте мне, это никогда не уйдет из нашей памяти. То, что мы пережили, то, что по определению мы не должны были пережить. Никто не думал, что так случится. Что по мирным городам, по жилым кварталам будет работать авиация, будет работать артиллерия украфашистов. Кошмар августовских обстрелов Харцизска по сей день продолжается в соседних Горловке, Донецке, Ясиноватой, других городах и поселках Донбасса. На митинге «Мы помним» все, кто брал слово у микрофона, были очень искренни в своих пожеланиях мира родной земле. В наших венах течет кровь великих победоносных славян. И то, что мы сегодня собрались здесь, под мирным небом, это заслуга мирных, бдительных, еще раз повторяю, бдительных жителей города Харцизска, руководства администрации и подвига солдата, который сейчас, в данный момент, несет службу на позициях. Мы дети правильных отцов. Родина нам никогда не изменит. Только мы должны быть верны ей. И я желаю всем быть неподкупными, хранить хрупкий мир в этот преступный век. И моя маленькая, но сильная, молодая республика будет процветать. Я уверена, с нами Бог и наша вера в победу. Память погибших 24 августа 2014 года харцизян на митинге почтили минутой молчания.